Колокольню Свято-Казанского храма теперь украшают часы. Речь о том, что здесь должен появиться часовой механизм, шла давно. Мечту разместить на звоннице часы настоятель храма отец Василий лелеял почти 3 года. Такая мысль появилась после того, как колокольня была восстановлена по дореволюционным чертежам. Много времени ушло на поиски фирмы, которая изготовила бы подходящие часы. Предпочтение было отдано московской компании, имеющей большой опыт работы по установке часов. Мы много уже по России, так даже на пальцах не пересечешь, но если по храмам, то вот у вас в Ульяновске, я делал в свое время в Оренбургской области на храме, в Подмосковье несколько тоже храмов, ну много. Изначально рассматривался другой вариант часов. Одна из петербургских компаний предлагала защитить циферблат специальным стеклом, но такие часы были бы значительно больше и могли испортить внешний облик. Каждый час теперь будет сопровождаться боем и колокольным звоном. По словам дизайнера Свято-Казанского храма Владимира Стрижнова, вариантов православных мелодий достаточно много. На этой звоннице есть колокола. Колокола у нас бьют, 200 мелодий компьютерного звона, то есть все мелодии, православные мелодии, там есть от погребальных до торжественных, до праздничных. И вот в день Казанской Божьей Матери они будут звонить, и очень великолепно, колокола. А часы будут отбивать каждый час с боем. Уличный циферблат будет соединен проводом с часовой станцией, которую установили внутри Свято-Казанского храма. Небольшой электронный механизм боится влаги, чувствителен к перепадам температур, поэтому здесь ему самое место. По словам специалистов, именно по такому принципу работает множество крупногабаритных часов. Только при использовании подобной технологии механизм может прослужить долго, а часы всегда будут показывать точное время. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.